Брянский суд поставил точку в громком дорожном происшествии полугодовой давности. В апреле 29-летняя Наталья Дюбакина за рулем «Опеля» двигалась по объездной автодороге Брянска. На требования сотрудников ГИБДД остановиться не реагировал. В результате погони ее машину блокировали 3 служебных автомобиля. Как только сотрудники ДПС вышли, женщина сдала назад, ударила патрульную машину и резко рванула с места, едва не сбив 2 человек. Полицейских спасла реакция. Один из них получил лишь незначительные травмы. По решению суда Дюбакина приговорена к году лишения свободы, условно. Павел Павличков при содействии пресс-службы Следственного комитета.